Ну. Я швартую кораблю с топовью по лесу. Это я, дальше плать, здесь свое берет кесар. Здесь петух ахиллеса взрывают как пятку дымовая. Загасы игры с разумом прятки. Ну привет, а Моргана калажа виражей. Может Фата Моргана, может Мэри Джейн. Только плата сорвавши седьмую печать. Правильно, что отвечать, полчаса помолчать. Смысл жизни выбираешь ты, как все дороги, майки, материки. Видишь одни, зовут они, что бы ты ни выбрал, иди впереди. Ты смысл жизни выбираешь ты, как все дороги, майки, материки. Видишь одни, зовут они, что бы ты ни делал, не стой впереди. Ты, как и обои по каталогу, выберем веру, выберем Бога вместо ночного внеочередного фарша из черепа. Фрэш изречений только ждут в эпилоге все, что дали прологи. И в палате мер образец патологии. И вся сфера аномалий манит азарта. Прикоснись, и начнутся веселые старты. Смысл жизни выбираешь ты, как все дороги, маяки, материки. Видишь одни, зовут они, что бы ты ни делал, иди впереди. Ты смысл жизни выбираешь ты, как все дороги, маяки, материки. Видишь одни, зовут они, что бы ты ни делал, не стой впереди. Ты смысл жизни выбираешь ты, как все дороги, маяки, материки. Видишь одни, зовут они, что бы ты ни выбрал, иди впереди. Ты смысл жизни. Спасибо, внимание. Это было страшно. Но сейчас будет страшнее. Эта песня уже более сложная. Во-первых, чтобы тебя подтянет. Два слова нужно знать, чтобы понять эту песню, особенно припев. Одно слово называется «лацы». Это такая фигня, когда идет очень серьезное действо, и вдруг какая-нибудь вставка нелепая, типа «кан-кан». Вот это слово. Это как бы «лацы». Фанданго! Нет, это Луиджи Пиранделло, есть такой замечательный автор, он написал 8 персонажей в поисках автора, и вот он ввел такую штуку. Это в припеве поймете, там будет «если стебаться, то лаци», ну, то есть, там, не по жести. И такое слово странное, вы точно его не знаете, «стопин», там будет «по стопину ловит лава», то есть, это мы не заикаемся, «стопин» — это вот то, через что идет фейерверк, вот эта труба — это «стопин». В общем, для понятия припева этого, я думаю, достаточно. Композиция называется «А вы новое?» Ритуалы по-прежнему манят смыслом все маги и волшебством все мысли рассчитан подряд и фольклора. Слова превратились в числа. Открой мне ящик Пандоры. На западном берегу мертвого моря, там пепли, Содом и Гоморра. Улики о прошлых жизнях, White Russian в коробке для чая. Под рибером каждый грамм. В квартире нашего мира проживает маленький Амстердам. Чёртово колесо, ты как кондом, ко мне очередь длиннее, чем музей Мадам Тюссо. Мельница не для теста, улица белых полей. Есть цель, по стопину, по носким напорам валит лава. А вы новое, а вы имею право, а вы большая вера. А вы без лести браво, если играть, то на нервы. Если стебаться, то лацы, а вы карпе дием. И мером дадут на мозге квин гораций. А вы карпе дием, и мером дадут на мозге квин гораций. Адрес, реверс и бром бросали на ладонь.
так сложно даются решения. Смотри же на огонь, он на поражение. Жжение мятые просто не заняты. Свежие на чужих компрессоры где-то раздето предрассветным бредом. Едут санитары, не сказать, что меня это парит. Я накуриваю кропали и продумываю детали. Валим, валим по стопину, по доске на море. Молитва во авы новое, авы имею право, авы большая вера. Авы бездействие право, если играть, то на первых. Если стебаться на улице, авы как кардием немело. На духа на мозге квин горят свит. Валим вместе или по одному башни Лондона, бывший тюрьму. Побегов аукцион, популярнейший аттракцион. Смех поднимает продажи билетов и билетом. Может, следующим летом махнем на необитаемый остров и останемся там навсегда. Слушать любимые звуки Боба Марли. Как растет трава, как растет трава, как растет трава, как растет трава. По степени падает скинофор, валит лава. А вы новое, а вы имеете право, а вы большая вера. Здесь и браво, если играть, то на первый. Если стебаться, то молодцы. А мы как друзья в немелом. До духа на мозге клин гараси. А мы как друзья в немелом. До духа на мозге клин гараси. Спасибо. И теперь крайняя степень неадекватности, заключительная, самая короткая композиция. Вот это мне больше всего. Ну, у всех у нас, я думаю, творческие люди, они все немножечко ненормальные. Ну, знаете, что такое шизофрения, да? Немножечко, когда у нас много личностей. Не, вот. Я охуенный. Но вот в этой песне конкретно проявляются три личности моих, и вот они прям четко видны, слышны. Если покажется странным, все нормально, так задумано. В общем, попробуем, нам самим страшно. А, композиция скромно называется «Бозон Хиггса». Вот. Бозон Хиггса? Да. А Бога! Кто топит за физику, давайте! Я клоун, который во время поклона глазницу втыкаешь нож. В законе Паретта я ровные 40, дели на два или на два умножь. Ребенок без ребер, ошибка природы, рожденный ждать неба лишь Коранья и Тора. Из всех самый черный, припудренный, белый, гашиш. Я вечно с мытарством у Бога. Изящно я знак, я резон биться. Картечь я с лекарством, смешная и страшная тварь. Я бозон Хиггса.